Детское радио представляет. Уроки чудесоведения. Ну почему аборигены съели кукол? За что не ясно? Молчит наука. А ты знаешь, что кукол на самом деле никто не ел? Вранье это все. Только аборигенов обидели, людоедами обзывают. Опять вы про своих людоедов? Сколько можно? Да нет, не про людоедов, елочка. Ведь капитан Кука никто не ел. И вообще, австралийские аборигены никакие не каннибалы. Кто-кто? Каннибалы, косочки. Это так людоедов по-научному называют. А что касается капитана Кука? Что касается капитана Кука, то о нем мы поговорим на уроке. Вам уже давно пора быть в классе. Здравствуйте, Агара Петровна! Здравствуйте! Насколько я поняла, легенду о безвременной кончине Джеймса Кука от рук каннибалов Барабасов уже опроверг. Ага. Отлично, у меня останется больше времени, чтобы рассказать вам о настоящем доме капитана Кука и поддельном саде при нем. А что, есть не настоящий дом капитана Кука? Не настоящего дома нет. Но дело в том, что в Австралии, где он стоит, капитан Джеймс Кук собственного дома никогда не имел. Его собственный дом, построенный еще его отцом, стоял на родине Кука, в Великобритании, в графстве Северный Йоркшир. Но австралийцы с таким обожанием относятся к знаменитому капитану, который нанес на карту восточное побережье Зеленого континента, что решили создать ему музей у себя в Австралии. А чтобы этот музей был по-настоящему уникальным, привезли из Англии и поставили у себя тот самый настоящий дом. Это как же они его везли? Целиком? Нет, конечно. И если вы перестанете меня перебивать, я вам все расскажу. Итак, старый дом, в котором будущий капитан провел детство и юность, купил один богатый англичанин и подарил его австралийцам. Австралийцы аккуратно разобрали дом, пронумеровали каждый камень, каждое бревно, составили тщательный план и описание. Потом погрузили на корабль и переправили к себе в город Мельбурн. Там дом капитана Джеймса Кука собрали и разбили вокруг него настоящий английский сад. Поддельный? Получается, что поддельный. Ведь перевезти деревья и цветы из Англии в Австралию гораздо труднее, чем камни и доски. Конечно, они бы завяли. В день 250-летия со дня рождения Джеймса Кука, 17 октября 1978 года, дом-музей был торжественно открыт. К сожалению, в этом музее мало вещей, которые помнят самого капитана. Но там масса старинных предметов, которые можно назвать современниками Кука. Особая гордость хранителей музея – матросский сундук, обитый железом. На его крышке выбиты английские буквы J и C. Джеймс Кук? Возможно. Австралийцы считают, что сундук действительно принадлежал знаменитому капитану. Но давайте вернемся к поддельному саду. Хоть он и поддельный, но его создание потребовало едва ли не больших усилий и исследований, чем восстановление дома капитана. Почему? Что в этом трудного? Сад посадить? Австралийцы хотели, чтобы и в доме, и вокруг него все было так, как в старой доброй Англии. А значит, цветы и деревья в саду должны были соответствовать времени, 18 веку. Историки засели в архивах, садовники изучали старинные гербарии. Ведь в саду Кука не должны были появиться растения, которые стали известны позже, чем родился будущий капитан. А еще в Австралии климат совсем другой. Совершенно верно. Но все эти трудности были преодолены.
и вокруг настоящего дома Джеймса Кука появился как будто настоящий английский сад 18 века. Здорово! Ниагара Петровна, а правда, что аборигены не ели Кука? Правда. Капитан Джеймс Кук погиб в бою. Вот я же тебе говорил, австралийские аборигены никого не ели, тем более Кука. А в песне почему тогда так поется? Песня – это не исторический документ, это художественный вымысел. Ёлка, хватит умничать! Художественный вымысел. Песня-то хорошая, веселая. А если кто про Кука больше узнать хочет, пусть книжки читает, как Барабасов. Или к Ниагаре Петровне на уроки ходит. Чудесоведение.